В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве состоялся круглый стол на тему «Роль религии в противодействии терроризму». Участие в работе круглого стола принял заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московской патриархии священник Роман Богдасаров, а также представители традиционных для России религиозных конфессий. Материал Галины Ледвиной. Выступавшие были едины во мнении, что в российском обществе роль религии в профилактике терроризма должна быть усилена. Внимание обратили на то, что терроризм сегодня действует и на идеологическом направлении. По статистике, большинство вербуемых – это молодые люди до 25 лет. Представитель православной церкви отец Роман Богдасаров отметил, что сегодня традиционные религии России уже ведут активную просветительскую деятельность, и сказал о необходимости усиления работы с заключенными и военнослужащими. Сейчас зачастую один экстремистски настроенный деятель, попадая за свои злодеяния за решетку, увы, разносит там свою заразу по многим заключенным. Этому тоже необходимо противостоять. Экстремистски надо настроенные люди проникают, к сожалению, в ряды вооруженных сил. И в этой связи институт капелланства, то есть духовенство, которое представляет традиционные религиозные культуры нашей страны, будет разговаривать с каждым солдатом, офицером и тем, кто служит в армии на иных должностях и званиях. Здесь, конечно, роль религии тоже необходима. Огромно. Все эти меры уже реализуются со стороны традиционных религий, но эту работу нужно развивать, в том числе в школах, высших учебных заведениях, социальных учреждениях. Новейшей разновидностью идеологического терроризма в смысле подрыва государственных и социальных устоев государства отец Роман назвал пропаганду неоязычества. Священник подчеркнул, те, кто искажает историю страны и навязывает гражданам России языческие верования, мало чем отличаются от боевиков ИГИЛ. С Запада в нашей стране ведется прямая пропаганда. Пропагандистская работа по неоязычеству, по восстановлению якобы древних культов славян. Хотя ничего подобного в истории нашей страны не было. К сожалению, мы видим, что сейчас многие люди, которые хотят вернуться к истокам, возвращаются не к исконному православию, не к нашей вере, а возвращается к непонятным культам, навязанным с Запада. В числе инициатив, предложенных участниками круглого стола, открытие молельных комнат в крупных торговых точках. Работающие в них выходцы из Средней Азии являются мишенями для пропаганды экстремистов. Представители традиционных религий подтвердили, что ими ведется просветительская деятельность по профилактике экстремизма в социальных сетях. Однако у религиозных общин недостаточно возможностей для эффективной работы. Между тем, со стороны террористических организаций на вербовку молодежи в виртуальном пространстве затрачиваются огромные ресурсы. Хотел бы обратиться и призвать все-таки научное сообщество и представители образовательных кругов нашей страны более внимательно относиться к тому, какие ресурсы в интернете используют студенты, используют школьники, учащиеся иных учебных заведений, в том числе и для учебы, но и в целом. Выступавшие заявили, что все религиозные организации солидарны в своем подходе к борьбе с терроризмом и призвали каждого пресекать пропаганду экстремизма, если он ее встречает, подчеркнув, что в этом наша персональная ответственность перед обществом.